Одним из региональных партнеров «Зеленого марафона» Сбербанка стало акционерное общество «Птицефабрика Верхневолжская». Представители компании не только сами приняли участие в забеге, но и наградили ценными призами победителей и призеров. Подробности в нашем сюжете. 5 июня во Всемирный день окружающей среды по всей стране прошел забег в рамках проекта «Зеленый марафон». Масштабная акция объединила 180 городов России. В Твери в рамках марафона прошло 4 забега. Массовый на 4,2 километра, забег по скандинавской ходьбе, забег для инвалидов и детский забег, старт которому дал тверской путешественник Алексей Корзин. Я считаю, что это очень здорово, особенно дети. Это вообще просто очень мне понравилось. 7-9 лет, это просто пушка, забег. Родители бегут, дети бегут. В общем, день спорта. Поэтому, я думаю, это нужно развивать. Одним из региональных партнеров «Зеленого марафона» стало акционерное общество «Птицефабрика Верхневолжская». За долгие годы работы фабрика прочно завоевала позиции лидера птицеводческой отрасли. Выпускаемая продукция узнаваема не только в Тверском регионе, но и за его пределами. Достояние птицефабрики «Верхневолжская» – разработка и вывод на рынок нового бренда торговой марки «Как у мамы». Торговая марка «Как у мамы» предлагает своим покупателям более 100 наименований продукции глубокой переработки. Котлеты, наггетсы, фарши, запекания, шашлыки, колбаски для жарки и многое другое. Учитывая, что основными принципами, которыми мы руководствуемся в своей работе, являются производство безопасной, экологически чистой продукции, забота о здоровье людей в первую очередь. Поэтому и в дальнейшем планируем поддерживать такие инициативы, участвовать в мероприятиях. Участие в «Зеленом марафоне» представители акционерного общества «Птицефабрика Верхневолжская» приняли самое что ни на есть непосредственное. Маркетолог фабрики Виктория Верескова вместе со всеми пробежала дистанцию в 4,2 километра. Было сложно, но мы все смогли. Спасибо большое организаторам, очень приятная организация, продумано все до мелочей. И вода на дистанции, и участие. И вообще, конечно, мы, мне кажется, не знаем ресурсов своего собственного организма, и мы можем больше, чем мы думаем. За победу велосипед! Чемпионом «Зеленого марафона» в Твери региональные партнеры, акционерные общества ДКС и «Птицефабрика Верхневолжская» подарили экологичный транспорт, велосипед и самокат. Благодарим всех за участие в здоровом теле, здоровый дух!